В этом году она проходит с 25 апреля по 9 мая. В Сочи планируется распространить более 30 тысяч георгиевских ленточек. Георгиевские ленты можно получить с 15 до 16 часов во всех районах курорта. В Адлере это пересечение улиц Ленина и Кирова, в Хостинском районе площадь перед кинотеатром «Луч», в Центральном площадь флага перед мэрией, а в Лазаревском площадь у фонтана «Одуванчик». В ходе кампании не только раздают ленточки, но и собирают целевые пожертвования на приобретение медицинского оборудования для Краевого клинического госпиталя ветеранов войн и приобретение оборудования для поисковых организаций. Деньги можно перечислить на специальный расчетный счет самостоятельно. Реквизиты вы видите на экране. В прошлом году в рамках гражданской кампании георгиевская лента удалось собрать 8 миллионов 107 тысяч рублей.